В лесу опасности не счесть. И если спички в сумке есть, ты должен помнить, что костры причиной могут стать беды. Погода жаркая, сухая, и ветер дует, не смолкая. Не жги костер, одна искра, и вспыхнет лес, сгорит дотла. А если все-таки пожар, сбей курткой или веткой жар. Присыпь землей, огонь бушует, беги, откуда ветер дует. Пожар не шутка, так и знай, случилось, взрослым сообщай. Будь осторожен, чтобы лес в огне от спички не исчез. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно.